Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Воскресший Христос является Марии Магдалине. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь, кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни, что значит учитель?» Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Текст по книге «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Пока, пока, до свидания.